Добрый день, мои дорогие друзья, мои подписчики и гости, которые пришли на мой канал. Сегодня я хочу с вами поделиться одним очень интересным рецептом. Я по этому рецепту уже приготовила пасту, она у меня закончилась. Сейчас я буду повторять рецепт, поэтому я хочу поделиться этим рецептом с вами. Это экологически чистящая паста для всего дома. Она подходит так, как для чистки кухни, так и для чистки всего дома. Ванной, плитки, и раковин, и всего-всего на свете. Так, для приготовления этой пасты нам нужно 100 грамм хозяйственного мыла. Его нужно потереть на терке. Вот такое оно. Так, добавляем сюда теплую воду. Такая она, градусов 60-70, ближе к горячей. И начинаем миксером взбивать. Сначала взбиваем на маленькой скорости. Еще хочу вам сказать, для приготовления этой экологической пасты, когда мы начинаем взбивать мыло хозяйственное с водой, вы уже увидели, что нам нужна очень большая емкость, большая нужна чашка. Мыло очень сильно пенится. Так, взбивали мы где-то минутку, наверное, и сейчас мы оставляем эту смесь минут на 10-15 постоять, чтобы мыло более-менее стало мягким. Потом будем продолжать взбивание. Так, наша масса постояла несколько минут. Сейчас мы продолжаем взбивать. Еще будем взбивать минуты 3. Вот мы взбили. Вот, если где-то какие-то незначительные маленькие крупинки остались, это не беда, не переживайте. Сейчас мы добавляем пищевую соду. И на маленьких оборотах мы перемешиваем. Не забывайте добавлять несколько капель любого ароматизатора. Так. Процесс взбивания мы закончили. Ну вот наша паста для мытья всего дома готова. Посмотрите, какая она получилась, воздушная, такая мягкая, нежная масса, как крем, напоминает крем. Сейчас мы должны нашу чистящую пасту разложить в судочки. Если в один не помещается, в два судочка, то есть нужно обязательно разложить так, чтобы у нас судочек был с закрытой крышкой. Вот в таком виде можно нашу пасту хранить. Она хранится очень долго. Только не забывайте закрывать судочек. Если судочек будет приоткрыт, она будет высыхать. Посмотрите, какая она замечательная. Пользуйтесь на здоровье. Берегите свои ручки. Это не принесет вреда нашему здоровью. Пробуйте. Может быть, кому-то понравится другой вариант пасты, которую я готовила для кухни. Пожалуйста, готовьте. Я думаю, что если вы приготовите такую пасту, она вам очень и очень понравится. Я эту пасту готовлю уже второй раз. Первый раз я уже ее всю использовала, так что надеюсь, и вам она понравится. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. До новых встреч с вами. Заходите на мой канал, подписывайтесь, приглашайте своих друзей, ставьте лайки. Я вас всегда жду в гости. Всего доброго.